Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня мукбанг. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, смотрите его, пишите комментарии. Буду очень признательна всем за подписки. Каждая ваша подписка очень сильно мотивирует меня чаще снимать для вас контент. Итак, что у нас на сегодня? Огромная лодка просто борща. Я очень люблю борщ. Здесь у нас колбаска. Она невероятно вкусная украинская колбаска. Я купила и грузинскую, и украинскую. Украинскую взяла две палки. Это настолько вкусно. Это просто очень-очень вкусно. Я пытаюсь экономно ее кушать, потому что знаю, что больше не найду. Но не получается. Вчера целую палку съела, представляете, за день. Дальше у нас здесь грузинский шоколад, который мы будем пробовать. Хлеб. К сожалению, черного хлеба не было. Взяла обычный. Думаю, ничего страшного. А чурчхела. Одна штука всего осталась. Здесь у нас редиска, огурчики, острый перчик. И если вы тоже кушаете, то приятного аппетита вам. Здесь у нас сметанка и чай. Кстати, вот эта посуда, я ее купила в Седереке. Кто не знает, Седерек — это оптовый рынок в Азербайджане. Мы с подружками поехали на этот оптовый рынок, чтобы просто сравнить цены, закупиться чем-то. Если честно, особо бюджетных цен я там не заметила. Порой люди хвалят этот оптовый рынок, что там очень бюджетно. Выбор, да, действительно есть. Но что касается цен, по мне, цены такие же, как и в городе. Может, даже в какой-то степени даже дороже. Наверное, выгодно покупать, если ты покупаешь оптом. Но в розницу не сказала бы. То есть не стоит даже ехать туда. Этот влог я все никак не смонтирую. Уже сколько дней прошло? Дней 10. Если я сразу не выложила видео, как правило, потом мне это видео не нравится. Какая вкусная колбаска. У нас тоже есть дорогие колбасы. Но почему-то вкус отличается. На нашем оптовом рынке, когда ты пытаешься что-то заснять, сразу начинают тебе делать замечания, зачем вы снимаете, куда это вы будете выкладывать. В Грузии снимай абсолютно все, что хочешь. Ни разу, честно, никто не делал замечания. Бензин действительно в Грузии очень дорогой. Возможно, из-за этого машин не так много. Но, по идее, так и должно быть. Мы страна нефтедобывающая. Они как бы покупают этот нефть, поэтому бензин, понятное дело, там будет дороже. Ну, прям очень большая разница. У нас 95-й бензин дорогой, потому что его покупают, а 92-й стоит 1 манат. Полцента. Многие обижаются, почему я говорю в долларах.
Раньше, до войны, я говорила в рублях. Но потом рубль начал очень скакать. То есть сегодня я снимаю видео один курс, например, через 2 дня другой курс. А люди, зрители, они ищут какую-то ошибку в тебе и обязательно хотят ткнуть носом в твою ошибку. И начинается в комментариях заварушка. Ты обманываешь, это стоит не столько. А доллар у нас, наверное, 4 года уже как стабилен. Поэтому я приняла решение переводить в доллары. Так будет удобно и всем. Потому что у меня есть зрители не только из СНГ. Но даже 2% меня смотрит Америка. И чтобы как бы всем было удобно, я решила переводить в доллары и говорить в манатах, так как я живу в манатах. В принципе, ничего сложного. Я смотрю казахских блогеров очень много. И они не говорят ни в долларах, ни в рублях. Я уже автоматически знаю. В голове конвертирую тенге. В общем, вот эту тарелку я, получается, купила в Сядоряке за 5 манат. Получается, $3 за одну тарелку. Честно, в городе она стоит столько же. А это оптовый рынок. Он находится не внутри города. Он находится за городом. Еще плюс меня остановила ГАИ, меня оштрафовали. Я просто торопилась очень. Девчонки приехали вовремя, а я минут на 10 где-то опоздала. Честно, я себя всегда очень некомфортно чувствую, когда опаздываю. Хотя ждать кого-то я способна, не знаю, часами. Но когда меня ждут, мне становится очень некомфортно. Я стараюсь по возможности быстрее доехать. Перец острый. Например, если вы занимаетесь ногтями, то там просто огромный выбор гель-лаков. И вообще салонных принадлежностей всяких. Мне, знаете, что показалось странно. Мы покупали карандаши для губ от Miss Taiz. И мы говорим, мы хотим купить по оптовой цене. Потому что мы возьмем много штук. Я, например, взяла 3 карандаша, Самира взяла, по-моему, 6. Пару штук еще взяла Нармина.
То есть в одном и том же месте. И они говорят, у нас записывается звук. Когда вы так покупаете, говорите, что вы покупаете для продажи. То есть я не поняла в этом никакого смысла. Я же могу спокойно обмануть, сказать, что я купила это все, например, для продажи, а пользоваться потом сама. Выбор действительно просто огромный. Когда я училась на первом курсе, было очень популярно ездить туда и очень бюджетно покупать там одежду, какие-то аксессуары, обувь и все остальное. То есть там цены были значительно ниже. Но сейчас появилось столько альтернатив. Я уже, кажется, хлеб доела. Я ищу еще один ломтик. Как быстро. Кстати, еще Wildberries возвращается в Азербайджан. Столько крутых маркетплейсов. Но мне, если честно, в последнее время больше всего нравится Trendyol. Но, к сожалению, там стоит лимит. То есть в месяц на одного человека ты можешь заказать не более $300. Можешь заказать товары не более чем на $300. Потому что люди заказывают, а потом перепродают. Тут прям за этим борьба, за этот лимит. Подруга мне говорит, я свой лимит в этом месяце заполнила, можешь мне заказать это, третье, десятое. Нет, сказать не могу, а самой тоже что-то заказать хочется. Раньше этого лимита не было, и люди прям все там заказывали, абсолютно все. На всю семью. По идее, надо научиться, как на маму тоже заказывать, чтобы лимит удвоить. Вы сейчас, наверное, подумаете, а что ж ты такого заказываешь на $300? Блин, ты можешь выбрать просто одну сумочку, и она уже будет стоить 400. И все. Прошел ты лимит свой. Например, я купила набор для ухода от клиник. Я вам в Инстаграме оставляла ссылочку, если вам интересно, в сообществе тоже оставлю. Я купила в Duty Free. Она Trendyol, чуть-чуть даже дешевле, чем в Duty Free. Если сравнивать с нашими ценами в городе, Duty Free намного дешевле. У меня плюс есть еще свой промокод, так как я блогер. Скидочный купон мне предоставляют. Но им можно воспользоваться только один раз. Но если вы подписаны на разных блогеров, у каждого блогера есть этот купон. То есть, в общем, если постараться, получается очень выгодно. Там какие-то ароматы. Ну, что-то, конечно, стоит так же. Например, Нина Рич аромат, который я купила, он там столько же стоит. Но у нас магазины парфюмерии, косметики конкретно. Цены загибают. Поэтому все.
Я себе заказала брюки, которые очень круто сидят на талии. Я давно хотела брюки именно чтобы хорошо сидели на талии. И я там нашла такую модель. Стоит вообще копейки. Очень красивые брюки. Посмотрим. Сколько обойдется. Порция была действительно большая, но я справилась. Не обращайте внимания на мой стол, здесь просто фольга порвалась. Я обычно сверху фольги и еще пищевую пленку стелю. В этот раз стелить не стала, и вот она вся порвалась. Какая колбаска. Короче, это видео надо обязательно смонтировать, на днях выложить. Также меня спрашивали, куда я еще хочу полететь, какие есть мысли. Есть страны, которые мне не очень интересны. Например, Япония. Или Северная Корея. Не хочу ни в коем случае никого обидеть. Просто меня как-то не тянет туда. Мне хочется в Европу. Мне хочется очень в Казахстан. В Москву можно. Но, возможно, вы сейчас меня засмеете. Но я немножко боюсь Москвы. Боюсь, потому что все-таки... война. Мало ли что. Потом. У меня раньше в детстве была мечта посетить обязательно Индию. Я столько материала просмотрела. Как это вкусно. Я поняла, что я не хочу в Индию. Шоколадку давайте попробуем. Такой фольге. Заплатила я за эту шоколадку 8 лари. Некоторые из Грузии мне пишут, что я за все заплатила очень дорого. Но мы были в туристической зоне, поэтому, следовательно, там цены соответствующие. Это не только у вас так, везде. Скорее всего, Грузия — это та страна, в которую я буду постоянно возвращаться. Обязательно. Вчера купила приправу хмели сунели. У нас здесь. Оказывается, у нас в супермаркетах она тоже продается. Мне было просто очень интересно сравнить. И все-таки они отличаются. Я уже эту приправу готова добавлять в любое блюдо, даже в борщ. Сочетается, не сочетается. Пофиг. А самая главная моя мечта — это посетить Америку.
А лучше вообще поехать туда беременной и родить там ребенка, чтобы у ребенка было гражданство. Короче, если брать из путешествия, самая главная и самая большая мечта – это посетить Америку. Ну а так, конечно, хочется побывать везде. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Шоколадка тоже очень вкусная, я уже наелась. Перец невероятно просто острый. Я его прямо капельку всегда кушаю. Не забывайте подписываться. Всех целую.